станции МИР находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания ОИРМИР между Европой и Россией. Тем самым проект ОИРМИР служит гарантом для успешного будущего интернационального сотрудничества и взаимопонимания между народами. Данная работа должна открыть новые пути.
run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure.